За 8 месяцев текущего года в Московской области заключили около 40 тысяч браков. Это на 5% больше по сравнению с прошлым годом, цитирует портал РИАМа в Люберцах первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову. С января по август 2017-го в столичном регионе зарегистрировано 39,5 тысяч браков. В Главном управлении ЗАГС Подмосковья подчеркнули, что сегодня довольно популярна услуга удаленной подачи заявления о заключении брака. Нужно сказать, что благодаря возможности подачи заявления через этот интернет-ресурс, а также скидке 7% на уплату госпошлины в режиме онлайн, молодожены других регионов все чаще стали пользоваться подмосковными органами ЗАГС. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.